Ребят, смотрите, лисенок на дороге стоит. Смотрите, ребят, бегает лисенок. На чичи чем-то похож. Красивый, пушистый. Ну чего ты? Как у тебя дела-то? Смотрите, какой прикольный. Кушать принесли. Сейчас пойдет кушать. Всем привет, ребята! Вы на канале «Ушел по делам». Сегодня, ребята, я приехал в парк Кузьминки на свое место, где я подкармливаю. Ну, я так думаю, что здесь лисы живут. Вот, ребят, нора. Сейчас по дороге встретил маленького лисенка. Смотрите, ребят, что здесь наблюдаю у норы. Смотрите, остатки от птиц. Также, ребят, наблюдаю крот. Видите, остатки от крота. И там, ребят, еще один крот. Смотрите, видите? Видно, здесь лисята или... Лиса охотились, или играючи убили, либо им с едой все нормально, им достаточно. Вот. Ну, что, пока здесь нет никого, ребят, не вижу. Вот. Ну, подождем. Всем привет, ребята, вы на канале «Ушел по делам». Сегодня я приехал в парк Кузьминки, чтобы покормить лисят. Вот, ребят, подъехал к норе. Ну что, наблюдаем, следов все меньше и меньше. Диких животных, это следы похожи на лис. Я замечаю, что с каждым разом в парке лис становится все меньше. Сейчас у нас август, начало августа. Вот, и вы знаете, остался один маленький лисенок, и то он пропал уже на протяжении 2 недель, его нету. И вот, ребят, по следам видно, что кто-то ходит. Но это явно одно животное. Вот. И редко здесь бывает. Ну что, ребят, привез я им колбаски. Сейчас здесь схожу, по нормам разложу. Вот. Посмотрим, может, что выйдет.